Всем привет, девочки и мальчики. А я на кухне. Опять прибежала. У меня тут фарш растаял. Я вот думаю мужикам сделать, ну, Сереже точно, сделать фаршированную картошку. Сейчас почищу морковь. Обжарю с лучком. Обжарю с томатиком. А может и без томатика. Скорее всего с томатиком. И нафарширую картошку. Благо есть у меня вот такая штучка. Мне подарила одноклассница из Казахстана. Когда я ездила. И все. И сделаю. Так, пока обжарю все. Обжарю, а себе рыбку. Рыбка растаяла. Себе сделаю рыбку в духовочке. Или у меня есть хайслю фритеза. Это, ну, типа духовки, только маленькие. Короче, морозик у нас сегодня. Морковка летит по всем сторонам. Кто-то там писал, как ты пользуешься этой гималайской солью. Обыкновенно солю. У меня тоже есть крупная. Но я ее в ступке толкла. Или есть же кофемолка. В ступке растолкла и все, и пользуюсь. Кто-то спрашивает, с какого, когда, где то видео, когда ты начала. Девочки, это месяцев 5 назад, да? Уже 5 месяцев прошло. Отмотните на 5 месяцев назад. Так, сейчас включу кастрюлю. И там найдете. Конкретно я не помню, с какого видео начиналось. Я знаю, что я стрим делала, рассказывала на эту тему. Поэтому посмотрите там. Скорее всего, там должно быть. Так. Так, значит, масло нагреваем. Что мне? Лук нужен. Лучок. Лучок. Такие. Сейчас это все обжарю, потом почищу картошку, начиню ее. И нормально. Сделаю зажарку такую же, как и на голубцы. Я уже вам говорила, что я голубцы делаю сразу зажарка, потом там начинаю их тушить. Никогда не обжаривала ни на сковороде, ни в духовке, нигде. Так, морковка пошла. Ни к чему, они так вкусные. А вот это, когда пригорят листья, например, мне это невкусно. Морозик сегодня, морозик был. А, тротуары подметают, думаю, что гудит. Так, девочки, если бы у меня было 3 телефона, последнее время я бы на всех 3 висела. Честно вам говорю. С утра до самой поздней ночи. Сюда же лук. Даже лучок. Тут у меня томатики есть. Сюда же их нарубим. Так. Начинает обжариваться. Минуточку внимания. Говорит Германия. Там одна женщина писала: Алена, как вы не поймете? Вы же будете все время здесь приезжими, типа. Это поначалу было. А сейчас наши соотечественники, понимаете? Это поначалу было, когда все приезжали, и немцы были в напряжении. Не понимали и не знали, чего ждать от этих людей, которые
называют себя русскими немцами и приезжают. Поначалу так было, а потом все. Полная интеграция. Так, где у меня томатная паста? Наши люди сейчас сидят везде, в том числе и в Бундестаге. Поэтому на это уже никто не обращает внимания. Обращает внимание сейчас больше на беженцев. Так, томатная паста, ложку кину. Это уже все в прошлом. Не принимают немцы, вот, а, типа, вы приезжие там какие-то. Нет, этого уже давно нет. Поэтому. И вот эти вот, знаете, некоторые пишут, вали туда. Валите вы уже куда-нибудь. Валите. Так. Надо сравнивать хрен с пальцем, как говорится. Я сделаю совсем немного, пару картошечек, потому что кто будет кушать? Блин, и опять без микрофона. Поэтому вот такие вот дела. Сейчас сделаю это быстро, а потом займусь своей рыбкой, потому что время еще, в принципе, у меня есть. Что-то у меня картошка то идет, то не идет. Сейчас кинулась, а нету там больше. Мелкая только. Ну ничего. Как-нибудь да сделаем. Я не переживаю. У меня все быстро. Так, сегодня мне еще на ног ехать, потом еще на работу. Пришла на работу сегодня, шеф говорила, больной, как не знаю кто. И пошел на работу, говорит, я должен. Я говорю, кому ты ничего должен? Никому, никто, никому ничего не должен. Просто заражать. Так, обжарила, просто подушку такую делаю. Сейчас пока займусь картошкой. Выключу пока. Я забыла, у меня еще один баклажан есть. Я его туда же пущу. И будет вот такой гарнирчик. В смысле гарнирчик. Картошка будет. Полноценное нормальное блюдо. Я сейчас так и сделаю. Кто молодец? Алена молодец. А что он будет пропадать? Зачем ему пропадать? Сейчас с овощами и с тушу. Давай, опять включайся тогда. А потом уже на эту овощную подушку выложу картошку. Ой, бай! У меня все быстро. Кубиками его сейчас порублю. И будет вкусненько. Все. Туда же. В печь. Еще продуктом зря пропадать, зачем? Так, посолю немного.
Дальше картошка пошла. Если фарш останется, я его просто накручу фрикаделей туда же. Это еще оставался у меня откуда-то фарш, не помню. Ничего не надо выкидывать, все можно переработать. По моим окнам сразу, можно сказать, был морозик, запотели. Так, пока делаю, девочки, выключу. Чтобы не обжарилась, еще поперчу. Малеха. Что у меня тут, укропчик? Можно укропочку добавить. Сухой. Многовато? Ну, ладно. Последняя. Так, все. Займемся ковырянием картошки. Не пропихуется. Манера разговора такая, у вас кривляться. Обожаю просто. Ну, давай. Так. Теперь вытащить бы это. Вот. Вытащила. Дырочку сделала. Вот эти финтифлюшки я туда же кидаю. Туда же. Так, не надо перемешать. Туда же. Теперь начиняем фаршем. Да, это тот фарш, думаю, тот, не тот. Нашпиговали вот так. Все. И укладываем. Так, водички начну добавить. Нормально. Я думаю, здесь можно даже две дырочки сделать. Потому что картошка большая. Куда-то в стороны уходит. Эту спиральку туда же сделаю, еще одну дырочку рядом. Тут не так давно услышала, что один человек верещал, что вот типа мы такая всемогущая семья, нас все брэмергафы не знают. Девочки, не поверите. У кого не спрашиваю, все спрашивают, а кто это? А кто это? А кто это? А кто это? Я думаю, какая семья всемогущая, если вас никто не знает. Ну, вот так чисто вот сейчас что-то мысль такая. А если знают, только с плохой стороны. Удивлена. И удивлена, сколько меня знает людей уже в городе. Все, укладываем. И так, в принципе, знали. Один человек пообещал, что испортит мне репутацию. Ну, как человек, господи. Шкура. Думаю, мне мою репутацию, свою репутацию я делаю всегда сама. Сама. Хочу, испорчу ее. Хочу, сделаю лучше. Потому что я всегда сама и живу своими мозгами и ничем-то. Поэтому, ну, давайте, постарайтесь. Есть вот такие. Есть такие. Знаете, вот эта вот зависть. Вот эта вот зависть даже не
материальному, а то, что они тупее. Могу сказать. Могу себе такое позволить. Поэтому, ну давайте. Лак вам руки, попробуйте. Ну, там не от далекого ума, конечно. К сожалению, есть такие. Есть. И ничего нельзя с этим сделать. Так, мне надо поменьше сделать, кипит. Когда ума особо нету, то и орут. Как говорится, собаки лают, караван идет. Так, это тоже туда. Сколько у меня там выходит? 6 картошечек. Я думаю, Сереже хватит. Окно надо открыть, запотевает. А вентилятор не могу включить, потому что шумно будет. И это без микрофона. Давай! Просовывайся. Ну, прямо оно у меня там тушится сейчас, баклажаны, а сверху я картошечку, потом на медленнее огонечек. И аривидерчи, бейба. Нет, еще одна. Есть и другие приспособления сделать дырявить дырочки. У меня тоже есть. Вот эти вот яблоки, которые чистить там, сердцевину убирать. Можно ими на крайняк делать. Ну, у меня вот такая. Вот все время поэтому и выглядит вот так грязно кухня, потому что все время тороплюсь. Нельзя! Надо медленно, со смыслом. Так, все. А этот остался, сейчас просто сделаю такие фрикаделечки сверху тоже. Потому что Артем, он с картошкой, наверное, скорее всего, не будет кушать. А эти будет. Что вышло? Лето хочу, лето. Ах, лето. Вот так. Сейчас это уберу и займусь своей рыбкой. Как-то вот так. Немножко водички сейчас долью и закрою намеренно. Опять у нас дождик. Дождик начинается. Начинается. Так, поехала на ногти, а то сильно уже страшные. Надо что-то сделать с ними, а потом на работу. Ой, дождь опять. Вчера вот как-то повезло на похороны, что хорошая погода была. А сегодня опять. Такая. Девочки, каково? Каково вам? Говорю, сделай мне такое, чтобы поднимало настроение. Прям хочу вульгарного чего-то. Каково? Покороче сделала. Прям такие. Красота. Какие цветом ногти, такой характер. Все понесло, Алену.